Итак, всем привет, меня зовут Денис, вы на канале Фрейд Дэвис Плей. Мы продолжаем играть, точнее проходить, игру под названием Петля Времени. Что мы сделали в предыдущей серии? Мы поломали код безумному профессору, который изучал всю эту ерунду, для того, чтобы он попал на вечеринку. Я так понимаю, они все должны быть на вечеринке в одном месте, и чтоб я их рубанул там, но если они будут там все, как я смогу их всех рубануть? Вот в чем вопрос. Да ладно. Или я так понимаю, получается, что я забираю их не силы или как? И они остаются у меня, потому что в этот раз у меня остались две силы. Наверное, походу, скорее всего, так и есть. Ну а так, а у Джулианы постоянно каждый раз разные. Тоже, как бы, палка о двух концах. Ага, вот она эта игра, в прошлый раз мы нашли ее. Да получается, за 2 минуты я должен найти этот коробок. Тогда я получу там приз. Так, ладно, вот тут мы не были. У этого... Кто это у нас? Идеолог, это понятно. Зовут как? Святых смещений, смещение, это понятно. Так, у меня есть смещение. Зачем смещение? Космические... А, ну все, значит, они отбираются. Так. Обыскать архивы, это хорошо. Сначала заварить, а потом все сделаем в другую. Посмотрим, где он находится. Нам ничего не надо, правильно? Тут все есть. Ага, улучшение есть, да или нет? Никакого. Ладно. Где брать их колеса? Конечно, известно. Ладно, поехали. Посмотрим, посмотрим. Посмотрим, посмотрим. Что он нам скажет? Что он нам покажет? Что руки вспотели. Жарко, у нас так потеплело. Охренеть. 30 градусов со старта. Так, бабах. И кондиционера нам. Ну, что думаешь по поводу тайн? Мне скрывать нечего. Серьезно? А я про тебя спрашивала. Ты правда уверен, что мир вращается вокруг тебя? Ты больной. Ты просто больной, сломленный человек, который каждый раз дает один и тот же тупой ответ снова и снова. Ты про кого? Про себя или Чарли? Не ебать. Нет, стоп. То есть в итоге про меня, да? Это как реверсивная психология? Ой, да нахер. Вот она трещала. Так, а у нас тут что-то можно отключить. Тых-тых-тых-тых-тых-тых. Пошел ты. Подожди, где-то тут было. Вот это. А, антенна еще. О, записка. Это ж получается. Все, это там, где вечеринка. Нет, нет, это не там, где вечеринка. Там. Блин, что ж там было? Может, действительно там, где вечеринка? Там есть зона безопасности есть. Кстати, безопасность, а есть где-то квартира, там где находится код для отключения этой безопасности. На секундочку. А я его, кстати, не нашел. И она, походу, где-то здесь. Эта квартира. Даунтаун. Что? У нас система управления, я знаю. Вот только ваша сторона. Ой, блядь, тоже не трагедия. Так, подожди. Мы сейчас в Даунтауне, и это вечер, правильно? Так. Особняк Чарли стал местом проведения ролевых игр. Да, вот оно жило здесь, это понятно. Тут без вмешательства. Чарли.
Нет, это не то. Система памяти 2-бит. Будет память у меня следующая, да? Вот, код отключения защиты системы. Вот это мне надо. Алло, алло. А как выбрать? Не, ну это понятно. Добрать слиток карниза у Алекс. У Алекс вечером. Тоже добрать слиток. Ох, елки-палки, сколько можно. О, много всего. Ой, я пистоль забрал. А где? Это что? Это что? Офис охраны. Да уберись. И поближе, не видно их. Архивирование звучит не слишком заманчиво. Хотя идея искать информацию, если не там. Архив, да? Блин, столько... Задач столько, охренеть можно. Поменялось. Офис архив. Ладно, побежали. Сейчас бегаем в офис. Ой, не то нажал. Блядь, Джулиана, заебись. Пиво. Ой, годится. Это кто? Это Джулиана? Умазала. О, блядь, опять ты нахуй. Смотри, только не улетай! Блять! Да твою... Фу, на том же самом месте, только в прошлый раз она там улетела, теперь она здесь улетела. Тебе не стыдно вообще? Ты бабка, ты старая, сука. А я... Нет, я не долечу, я манал, блядь. Ну, я долечу, но я не заберу то, что мне надо. Так, здесь есть дверь. Что она? Чё? А это было? Или нет? Нет? Это все будет выходные. Меньше сегодня кто-то что-то поломал. Здесь вот, есть дверь. Здесь есть код? Ау? Есть кто? Никто не перебивает. Что здесь, пароль какой-то нужен? А, вот это не та дверь. Такая другая дверь. А я думал... Все, понятно. Я думал другая, ну, не та дверь. АА2. АА2. Может быть вот это вот... Может вот это оно подходит? Ну и сфоткал. Давай. Инноватор и инвестор, обладатель утонченного. А там посмотрим. Может, действительно какой-то есть такой интерес. Так, ладно. Ту ерунду надо отключить. А еще надо мне офисный архив. А, так он здесь. Там закрыто. Там чуваки. Там ОКДНА тоже закрыты. Каким образом мне попасть? Нет. Да давай. Да не выебся. Да что такое? Я не понял. Ебать. О. Тут не зайти, там не зайти. Что? Ладно. Оп. Оп-оп. Оп. Так, сюда. Мне, между прочим, надо вниз. Кто здесь? Тык-тык-тык. Тык-тык-тык.
Вижу злодея! Охренеть, это... Эй! Труп! Эй! Тихо. Тихо. Уии! Полет. Шо? О, сука, спрятался. Хуй найдешь. Хоп-хоп, перебежал. Сыга. Сыга. Так, тут где-то должен быть... Там точно нету хода. Хода. Есть! Попал походу в левую булку. Ебать! Да ты обалдела. Оооо! Мазл топ. У меня все такое. Это конь! Это конь! Это Кольт кровопийца. А что, я тут могу, да, бегать? О. А, это не нихуя. Да иди ты нахер, блядь. Чистенько. Ебать, сколько вас тут, ну. Я с вас худею. Ух ты, блядь, как близко. Меня сейчас тошнит. Да ебать. Да тихонько. На, блядь. Это точно пропало, блин. Патроны закончились в самый неподходящий момент. Кольт, блядь, кольт это, сука. Тупые скотины. Где ты, на? Сука, ебаное говно. Хули ты там смотришь? О-о! А-а, блядь! А-а, о-о! Ебок! Это, я понимаю, кусок говна упал. Ага, там я не залез. Кобздец! А чё она переключилась, сука? Или у меня закончилось все-таки потом? Ну да. Соляви. Раз. Это что за хуйня? Я не понял. Ху-ху! Зарабашал башку. Иди. Ебать там уебало. Андрей! Ебать, да сколько вас тут нахрен? Охренеть, а чё, блядь? Я ж половину перебил. Даже половины нету или что? Кто там меня... Ну, пошел бы. Ебать, да сколько вас нахуй. Блять, бесите уже, честное. Сука, все закончились. Да ты, блять, охуел. Ой, наебнулся. Все, финито, блять, могу так вот, всю, всю, всю нахуй. Да ну пиздуйте. Черт, и другого мать. Входа, разумеется, нет. Все понятно. Что ж, зайду во второй половине дня. Мы в телеке на Евине днем. Динамики на каждой улице, так что слушайте. Шо он ойкает? Сука. Во второй половине дня. Так я не пойму, вот тут есть, заходи, не хочу, блядь, сутки. Во второй половине дня. Ту, сука. Блин, заело. Т.
Так, где, где? Бля. Это что, долбанный чарлинг, который, блядь, в котором у меня глючит, сука. Так, тогда вот это возьму. То где там же? Безусловно, блин, фить. Блядь, думал этот сам лечилка. А тут же, если она улетала, тут же должно остаться оружие. Ну, не, она вместе с оружием и улетела вообще. Ну да. Ну да. Ну, гвозди. Были, было б. Было б чем стрелять. Никого вокруг. Я тебя порешаю. Забираем все. Ничего не оставляем. Ебать, никакого оружия. Один сабля. Это пиздец. О, хоть дробашка есть. О, это хорошо. Где оно будет? О, повышение здоровья, годится. Не, вот сюда. О, годится. О, прикольно. Вот я понимаю, перезарядка. О, там открыто. Вечером было закрыто все. Пулек. Нереально, вечером было закрыто. Тихо. Все нормально. Все. Я тут не был. Не был. Вроде нет. Ой, закройся. Эй, иди закройся. О, годится. Где-то что-то. Где-то что-то есть. Да ладно. Оборудование. А зачем это додают? Ебать, это вот это маневр. Ай, блять, где нахуй? Уже споткнулся? Все, тогда понятно. Зачем крушить оборудование? Для того. Да, ляуматная херня. Все, все, буду знать. Вообще даже никто не подозревал. Перезарядка. Перезарядка. Все отлично.
Откуда они пришли, блин? Тут были, что ли? Науа? Спиной. Зато хоть так. А? Твою мать. Ой, блин. И это тоже там, да? Естественно, конечно же. Мне Чарли стал местом произведения. Тут тубит, тубит, тубит. Тайное управление, код отключения защиты системы. Вот, вот это мне надо, код отключения. Да с... У меня как раз там лагает, у меня там глючит. Блин. Ну так не хочется, пиздец. Ну, чтоб заглючило, реально. А так врываться именно нахрен надо по-черному. Просто, бля. О, молоток. Молотков взяли. Блять, по черпушке. По черпушке его молотком, пиз. Ну да, нежданчик. Хопля, хопля. Взяли, взяли. Ага, понятно. Нихуя. Шлангом его, сука, намотать как дать нахуй. Ни к чему. Ни к чему. Где ты? Вон где-то. У нас тут дверь, вон она. Мне интересен пароль. А где этот интервент? Нет? Интервент, ту-ту-ту. Как он заебал. Интервент. И вот, я понимаю, да, дверь открыть хорошо. Нужно электричество. Вот и все. Ни хрена не все. HZN. Они же везде HZN, правильно ж? Везде. Мне нужно не только электричество. Мне нужно, в первую очередь, номер. Номер, сука. HZN. Да ёпты. HZN. Ну, будешь пиздеть? Не. Так, а если я хоть раз в жизни пойду так? Не, я ебал. Там их дохуя. Дохуя. Оп. Годится. Ну, не жадничай. Жалко, сохраниться нельзя вот тут. Или стрелять. Или залипать. Не видишь? А, надеюсь, это Николь умеет люди уйти вокруг. Прямо как тогда в этом. Если интервью прыгнет со скалы, игра-то продолжится? Конечно. Следующий, кто войдет, будет интервентом. Ну, так ты сказал тут ведь. Ого, эта машина может прямо поддержать их. Ага. Прямо как Чарли. Где-то что-то лежит. Опа, чувак, а что ты тут, ёпта? Кто-то ходит. Чем ты, сука, справишься? Скейт. Такой мелкий, блин. Еще один должен быть. Не один? Годится. Справилась.
Где она? А вот она. Ой, блядь, глюкнет или не глюкнет, сука, если глюкнет, блин, я не знаю, что я сделаю. Давай. Дробовик есть. Мне нужны патроны на дробовик еще. Проклятый тубит. В эту игру можно играть вдвоем. Блин. Вот знаешь, что, сука, заглючить может. Вообще не хочу туда идти. От слова совсем. У меня одна жизнь. Туда я не допрыгну, правильно? Я не допрыгну туда. Ну, блядь, никак. А если туда? Туда они тоже не допрыгнут? Что такое? Не убивайте, мастер Чарли, снова! Сука ты! Лихая я. Слышишь, он прохавал. Сейчас не надо. Хватит мне патронов. Закрыл, получается. Нормально. Так, ну или туда? Ладно, короче, пробуем. Я... О, ебать, долбоёб. Нет, не долбоёб. Тихо. Живой. Фух. Я чуть-чуть не долетел. Так, ебать, заебись. Слышишь, ладно, так тогда. Этаж можно, реально, слышишь? Ой, что-то я. Этаж можно в натуре. А что тут было? А, гвозди, блядь, заебайте, гвозди. Да что такое? Чё она не хочет именно так, как надо работать? Этаж можно вот так. Вот так. И вот так. А, не долетаю. Вот сука. Да, не долечу, опять-таки. Ладно, попробуем. Хуяк, прыжок! Ходите. Бля, ты охуел? А, все, я попал вовнутрь, годится. Мне и так прекрасно. Я понимаю тебя, что тебе прекрасно. Я замечаю вход через окно. Нужна охрана. А это шо? Первый раз такое. А, тут нужен этот класс-пас. Не забудьте класс-пас. Не забудьте класс-пас. О, новое что-то. На черном рифе два типа людей. Есть ты и все остальные. Круто. Играешь на гитаре. Вот талант. Настоящий король вечеринок. Всем на зависть. Опля, вентилятор надо. Вентилятор, блядь. Вентиль, сука, вентилятор. Где-то что там гудит. А, где-то там. Опа, опа, опа. Опа, опа, опа. Не понял. Умерла? Умерла. Ого, там лететь, конечно, умерла. А где вентиль? Вентиль, я вентиль, вентиль. Ну, пока имели, пока еще не глючит. Полетели. Вентиль. Мне вентиль нужен. Вентиль где? Нету вентиль. Так, а туда я не заберусь, ну, вообще никак, да? Да. Ладно, или заберусь все-таки. Нет, не заберусь. Даже прыгать не хочу туда. Так, ладно, как открыть эту чепуху, я знаю. Но мне нужен вентиль. Ага, хер там.
ее не открыть отсюда. Не забудьте класс-пас. У-тю-тю. Не забудьте класс-пас. Да я понял, что не забудьте класс-пас. А как тогда? Не забудьте класс-пас. Блин, это получается, в итоге в любом случае мне нужно идти через окно. Но... Не забудьте класс-пас. Подожди. Не забудьте класс-пас. Так, зай, надоел. Да, надоел, ты слышишь? Я смотрю, тут изучаю. Не забудьте класс-пас. Сюда идет. Это... Вот так вот отсюда. Тихо. Сюда. Сюда. И не видно ни хера, куда она идет. Вот это побахает, да? Она бабахает, интересно. Ебать, бабахает. Еще и как побахает. Вентиль, отдайте отсюда вентиль и все это. Сюда чпок и все. И... Делов-то. Кисточка. А, тут красил чувак. Где докрасил? Не забудьте класс-пас. Ни хрена себе картон. Все, о, вентиль нашел. Не забудьте класс-пас. Поехали. Я думал, кто-то выйдет. Там газ. Был. Я должен был открыть или закрыть? Да вообще пофиг. Не забудьте класс-пас. Не забудьте класс-пас. Не забудьте класс-пас. Не забудьте, да ты задолбал уже. А для чего-то батарея? А? Батарея, 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 батарея. Вентилятор нашел. Нужно найти батарею. Куда батарея вставляется? Нема ни хера. Ну и хер с ним. Так, это дверь, это. Эть, хватит, да? Ладно. Ладно, ладно, ладно. А я могу вот туда запрыгнуть. Фу. Опа, годится. И теперь мне всего на. О, туда наверх, да? Фу. Оп, годится. Теперь вот туда вот. Там. А там же. Там ловушки. Сейчас перемещусь. Мне как уебет там. Тихо. Подожди. Вон раз ловушка. Два ловушка. Это чувачок, там тоже ловушка. Так. Ага, он уже там. Чарли Монтиги. Вниз я не смогу спуститься, да? Ой, дико извиняюсь за Монтиги. Так, вообще. Ой. Что ты девается? Что я херней занимаюсь? А, не надо. Тихо. А? О, а что это такое? Я такого не видел. Убежище, да, убежище, это понятно. Скорее всего, там новые. Такого не было. Новые записи должны быть. Ох, это ж их там толпа, ебать. Я ж никого не убил. Охренеть, прикинь, их там реально толпа. А где компьютер?
А, компьютер там. Да, компьютер там. Да, ты что я читал? Доброе утро, Чарли. Да. Я тебе говорю, Черный Риф любит тебя. Ты такой крутой. И ты нам нужен, потому что ты мой гарант продуктивного дня. Что тут, не понял. О, записка. Это тоже было. Вот этого не было точно. Вот этого рисунка. Один глаз пас получить. И вот этого тоже не было. Может где-то есть тут какой-то глаз пас. Получить от ласпаса. Так, вот это тихо. Ты хоть не въебешь мне. Это берем с собой. А сейчас начнется там веселье. А мне надо ударить. Где он? Да. Да, строили на века. Где там еще один? А, он перемещается. Ну да. Изменение состояния. И произошло оно примерно когда? Оба, не понял. Ты ж ты охренел? Вот это нормально. Так а что у меня это есть? А? Улучшение? Какое? Нихрена себе. Это, во-первых, дальше. Ага, не хватает, ладно. А во-вторых, это самое. Ну-ну-ну, интересно. Да встань, ёпта. Даже сидя прыгаешь, охренею. Так, теперь на-на-на-на. Это что такое? Перевернусь, Фанни. Чарли. Вердон. Ну хорошо, Чарли. Фанни, уединение, что я смешно место, чтобы. Чарли. Умеет хранить секреты. Бля, я так и не нашел, да нихера. Чарли умеет плохо хранить. Ну что там, до сих пор блядь, умирает? Первый день из паста. Твянь. Да что такое? Ой. Нет, это не Кольт. Так что, все прочитано. Что, блядь, перевернуть, я не пойму. Алло, блядь. Что я должен перевернуть? Что мне надо сделать? Почему их тут много? Просто так их не дают. Мы с тобой, правда, информация.
Информатика — это настоящая наука. Я ценю твою систему Миником. Я поражена ее работой. Мне нужен твой мозг в моем мозгу. Ладно, это не моя забота. Блин, подожди. Понятно. Блять, переверни спальню. Так может она сделать? Не? Что это такое? Переверни спальню. Привет, Чарли. Размышляешь ли ты? Ты же ведь лучше нас всех. Понимаешь, о чем я? Я просто обожаю твое тело. И твой огромный, гигантский мозг. Я хочу его потрогать. Извращен. Но это было, я все ж читал. Ну да, в чем дело? What the fuck? Что я здесь упустил? Объясните мне. Постер какой-то? Что здесь? Ничего. Здесь. Откройся. Не открывается. Что я мог упустить? Бутылка. Да. Где оно находится, то, что я упустил? Доброе утро, Чарли. Я тебе говорю, черный Блад риф любит тебя. Ты такой крутой. Ты все слышал. Ты нам нужен, потому что ты мой гарант продуктивного дня. Картина. Твою мать. Фия. Похоже, они развлекаются на скале Фристат. Ох, сука, ее в предыдущих разы не было этой херни. Твою медь, у меня подгорело сейчас только что. Так. Код открытия защиты системы у меня не получится, потому что мне нужно пайпас этот взять где-то, чтобы открыть ту дверь. Соответственно, я не смогу попасть туда вовнутрь. Так, это раз. В одной из боковых... В одной из боковых дома Чарли. Так, спрятана дверь, которую можно открыть только классом Пайпас. Ну, это понятно, ты уже сообразил. В кроже можно использовать нижние сложности. Это понятно. Киоск, это понятно. Киоск все равно не откроем, нет у него никакого пароля. А если вы помните меня в следующий раз, хорошо, так. Петляющее устройство. С игровой устройством начали на даунтауне. Мне повезло, что это робот любит поговорить. Ну, давай посмотрим, что он интересно скажет. Особняк Чарли, это понятно. Тогда у Антония есть старая дверь, за которой на микро. Ну это понятно. Это понятно. Это я должен в нее во второй половине дня прийти. Это жопа. Это просто жопа. Так, сейчас будет очень жесткий момент. В плане того, что если он заглючит, сука, я буду очень-очень зол нахер. Потому что мне нужно сходить вот этому чуваку, который там внизу. Он на втором этаже. Что? Стё? 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 Он ведь мертвый был.
Бля. Ох, ебать вас, откуда вас вот так? Полетели. Полетели нахуй. Тихонько восстановить на життя немножко. Фух, это будет тяжело сейчас. Своим дробовиком, блядь. Пульки нахуй, перезаряжаем. Ебался. Застрелился. Жизнь, жизни. Все нормально. Живем. Тихо. Где? Кто? Откуда? Пошла ты нахуй. Твою мать. Где заряда? Тихонько. Давай, 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 давай. Открывайся. Открыли. Да, попизди. Это что было? Все, потрындели. Вы что, издеваетесь? Слышь, если я тебя отключу нахрен. О. Повторяй за мной. Я такой-то. Я такой-то. Хватит дурака валять. Я тебе все-таки череп вскрываю. Как можно жить без чувства юмора? Ты попросил удалить из твоего мозга часть, отвечающую за эмпатию. Мне нужны гарантии. Ладно, короче, я Чарли Монтекю. Находясь в здравом уме и твердой памяти. Находясь в здравом уме и твердой памяти. Осознаю риски, сопряженные с планируемой процедурой. Осознаю риски, сопряженные с планируемой процедурой. И освобождаю доктора Вэнзе Эванс от ответственности за любые последствия. Да как скажешь, ладно. Клянусь по судам тебя не таскать. И не мстить. И не мстить. Я слушал эту запись и не понял ее сути. Да получается, вот это Чарли? Это мозг его. В том плане, что он умер, тут он запечатался и все, он остался, и при этом он... Охренеть! Тихо, тут есть выход, я знаю. Зачем вот это, не помню? А, ну понятно, там ту херню включить, толку с ней нет никакого. Так, мне надо... Тихо, туда. А я долечу? Хуй там. А туда долечу? Вот сюда долечу. Блин. Надо вот сюда. И вот туда. Ой, прекрасно. Великолепно. Отлично. Зависи. Ай. Все что-то хотят. Откуда вы? Я не понял. Полетел. Я. Он. И все мы. Так. Там вот эта чепухи, мне надо ее отключить. А иначе я просто-напросто дальше не пройду. Интересно, ну я смогу всех убить? Переместился или он умер? Это у него так голова взорвалась.
Аптешка. Аптешка. Р. Ломаем. Что? Не достаю? Если выглянуть. О, вот это я понимаю. Если как это выглядит со стороны. Так, там ничего. Оп. Оп. Это то. Тук-тук, ублюдки. И вот еще эта дверь. Тот же самый символ. Номера нет. Ладно. А, все, я вспомнил, где это херутень. А там горел дом. Кто здесь? Не двигайся. А вот там горел дом. А если я... Тихо. Раньше времени не смогу прийти, правильно? Тогда я смогу его... Что-то они там стряпают. Да толку с этого, уже все. Подгорает. Уже поздно. Мне надо было утром выходить. Иди туда. Так, тут мне ничего. Я дал туда. Там кто-то есть. Твою мать, откуда вы? Не, это не то. Сука, полетела. Да встань. Да заебали со своими дробовиками. У меня тоже есть дробовик. Бесите. Одни дробовики вокруг. Ох, мне в жизни бы набраться. Бля, пулек нету. Если нету пулек, значит будем тихо, чуть-чуть назад. Нету пулек, значит будем импровизировать. Не долетел, блин. Как я мог не долететь? Скажите мне, пожалуйста. Обходи. 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 Так, это не сюда. А там же у нас получается... сколько там? Три человека получается. А у меня хуйня жизни. Вот что получается. Обходи. Открыто? Оно и было открыто. Долбоём. Долбоём. Так, опа. Хуяк. А, это ж я одного завалил. Да-да-да, одного вообще завалил. Хоп. Чарли Монтегю. Ха-х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 а. Лохи, сука. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Все, ничего не знаю. Идите в жопу. Да. И все равно потом. Дальше. У меня появилось улучшение, которое я могу улучшить, правильно я так понимаю?
Да-да-да, всех завалил, все сделал. А это вот это она получается. Или что это такое? А, в воздухе нажимаешь, и можно два... А я думаю, что у меня там так не получилось? А это что наш? Максимальное здоровье, серьезное увеличение. Ага, вот это тоже отличная штука. Так, что у нас по времени? Ага, ладно, все, заканчиваем сегодня. Всем спасибо. Здоровья, счастья, удачи. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем пока. We'll be right back.